Слушай, ты когда научишься в мисочку плевать, а? В мисочку не тот кайф, Аллочка. Да и что плохого в шелухе? Я когда ее подметаю, я больше пыли с пола собираю. Как в деревне. Благодать! Ой, а как дочка смотрит на это твое свинство? Я расслабляюсь только когда одна. На, погрызи, сразу подобреешь. Да. Тихо! Слушай, как ты это ешь? Ты же горечь одна. Ну, пережарили, похоже. Или прогоркли малость. Да сойдет. Заплачено сгрызу. Ну, ты даешь, а? Ты чего пришла? Жизни меня учит. Валя, Валя, спокойно. Я за феном пришла. Мой, похоже, сдох. Гудеть гудит, а греть не греет. Дай фен. Так бы сразу и сказала. Пойдем, дам. Пойдем, пойдем. Тогда уж завтра принесу. Не к спеху, неси завтра. Ладно, пока. Пока. Мамочка дорогая, что же это? В детективное агентство обратился Роман Сергеевич Бородин, владелец торгового павильона на рынке. Одна покупательница, как я потом выяснил, Ольга Кузнецова, обвинила меня в том, что я продаю семечки, отравленные крысиным ядом. Ее мать, Валентина Павловна, попала в больницу. Жива? К счастью, да. Но полиция провела экспертизу, и яд в семечках все-таки нашли. Потом пришли ко мне на точку, яда, конечно, не обнаружили, но слухи-то поползли. Так, если я правильно понял, вначале полиция осмотрела дом Кузнецовых. Нашли вазочку из-под семечек. На стенках вазочки кристаллики яда. Ну, а ваш павильон здесь при чем? Да это Ольга все, дочь потерпевшей. Она уверяет, что ее семья покупала семечки только у меня. Ну, есть ведь одна важная деталь, которую все упускают. Да, что за деталь? В вазочке были жареные семечки. Такие с бело-прозрачными кристалликами, похожими на соль. А я продаю только сырые. Понимаете, только сырые, на развес. Их пенсионеры покупают, затем сами жарят, на чем экономят. Да отличный продукт. Вы попробуйте, кстати. Да нет, спасибо, я воздержусь. А я угощусь. Люблю семечки. Ну. А вы не допускаете, что за вашей спиной продавщицы могут торговать и жареными семечками? Не, ну это исключено, что я не знаю, что у меня в павильоне делается-то. Ой. Дим, ты чего? Дим, ты чего? Дим! Да ладно, нормально все. Вкусные семечки. Зря наговаривают. Ну и шуточки у вас. У меня, можно сказать, горе. Вы знаете, что такое сарафанное радио? Ко мне люди перестали ходить на точку, только случайные посетители. Ну, похоже, зря к вам пришел, что ли? Да нет, не зря, конечно, не зря. Мы обязательно постараемся найти того, кто подсыпал крысиный яд Валентине Павловне. Ну, хорошо. А я сделаю все, чтобы все узнали о результатах расследования. И какого только крысиного яда нет, а? Есть всякие, но нет только белого, похожего на соль, только цветной. Значит, преступник использовал старую заначку. Подожди, а почему старую-то? Ну, потому что ты слышал, что сказали в магазине. Раньше яд был похож на обычную пищевую соль. Его только потом начали красить в яркие цвета, чтобы не перепутать. Ну и отлично. Значит, не придется ходить по магазину и фотографию злодея показывать. Знаешь, что думаю? Может быть, еще раз съездить в магазин к нашему клиенту? Может быть, полиция что-то упустила? Например, как сырые семечки жарятся, обогащаются ядом и попадают на прилавок? А именно, можно ли в магазине у Романа купить жареные семечки, в каких упаковках и на каком этапе мог появиться яд? Ну, поехали. Может, взятку семечками дадут. Семечки у Романа вкусные. Детектив Лукин договорился о встрече с дочерью Валентины Павловны, Ольгой. Скажите, Ольга, а вы разве не заинтересованы найти того, кто отравил вашу маму? Полиция разберется. Но вы сами-то кого-нибудь подозреваете? Романа. Что-то Роман Сергеевич сказал, что полиция осматривала его павильон, яда не обнаружили, и вообще он торгует только сырыми семечками. Врет ваш Роман. Полиция как раз сейчас ищет людей, которые у него тоже жареные семечки покупали. Вот найдут и разберутся. Мама-то ваша как себя чувствует?
Я смотрю, вы столько вещей собираете в больницу. Она что там, надолго задержится? Надолго. У мамы язва открылась, кровотечение. Так она в больнице из-за язвы или из-за отравления? Да в том-то все и дело, что привезли ее с приступом. Там врачи обнаружили, что кровь плохо свертывается. Ну и заподозрили это ядовитое вещество, гумарин. И по инструкции врачи сообщили в полицию. Да. От этого гумарина у мамы язва обострилась. Она вообще могла умереть. А яд этот конкретно где обнаружили? На вазочке, на семечках, на упаковке, на пакете, наверное. Да везде. На вазочке, на семечках. Пакет не нашли. Мама всегда, когда семечки ест, потом его выбрасывает. А вы семечки не любите, да? Я семечки ненавижу. И вообще мне пора. Надеюсь, вот вас лично здесь никогда больше не увижу. Ну, вот что хотите, то и думайте. Если это Ольга на меня наговаривает, значит, у нее самой тарелится в ушко. Считаете, что она солгала полиции? Ну, конечно. Сейчас сами все увидите. Фу, у него там ноги в семечках. Нет, ну это же не смешно. Дима, может, хватит уже, а? Ты посмотри. Посмотрю. Ну вот, смотрите сами. А что здесь происходит-то? Я сейчас все объясню. Ты с ума сошел, что ли? Стой, куда ты? Да подождите, пусть все объяснит. Игорь Лукин встретился с подругой Валентины Павловны Аллой. Я вам про Валечку столько могу рассказать. Мы же с ней лет 100 дружим. Ну, про 100 лет я не поверю никогда. Ваша-то 30. Ой, какой льстец, ну я не знаю. Слушайте, а давайте вы мне будете вопросы задавать, а то я не знаю, с чего начать. А начните с самого главного. У Валентины Павловны враги были? Знаете, может быть, это и кощунственно звучит, но Валя мешала жить только одному человеку, родной дочери. Ольге? Почему? А не давала ей замуж выйти. Вот ни один жених ей не нравился. Вот недавно у нее был кавалер, Анатолий. Видный такой мужик, хороший. Был. Значит, он Валентине тоже не приглянулся? Ну, конечно, она его на дух не принимала. Ольга его в дом привела, стали жить вместе. Значит, он не местный. Ну да, он из пригорода. Так вот, Валя такие скандалы закатывала, что он не выдержал, ушел в общежитие и бросил Ольгу. А Ольга переживала, наверное. И что матери сказала? Ничего не сказала, наоборот. Замолчала. Целый месяц с Валей не разговаривала. Вот, знаете, такое у них впервые. А потом уехала куда-то на целую неделю и не сказала, куда. А когда вернулась, появились семечки с ядом. То есть вы хотите сказать, что Ольга семечки отравила? А не проще ли было просто с матерью разъехаться? Нет, подождите. Я про Ольгу не говорила. То есть я не говорила, что это Ольга. Я вам просто факты изложила. А насчет размены я вам так скажу. Пока Валя жива, никакого размена не будет. Почему? А потому что Валя этого не хочет. А раз она не хочет, вот хоть убей не уступит. Вот такой у нее характер. К детективам обратился Роман Бородин, владелец торгового павильона. Одна из покупательниц, Ольга Кузнецова, обвинила его в продаже семечек, отравленных крысиным ядом. Ее мать, Валентина Павловна, любительница семечек, попала в больницу. Роман просит найти настоящего отравителя. Сейчас я носки надену. Я жареные семки от Литки относил. Она их по полкило фасовала и продавала. Так бы придушила тебя и Литку. Литка – это его жена и моя продавщица. Все, ты уволен. Да что? Да за моими семками со всего района народ сбегался. В магазине от этого выручка только росла. Скажи спасибо, полиция этого не видела. Да я ж не каждый день жарил-то. Я только когда приступ, подагра эта, будь она неладна, иногда так заболит, ну, мочи нету. Я этим только и спасался. Бабка покойница научила. А это, я так понимаю, соль, да? Йодированная. Вкусно и полезно. Не, ну ты посмотри на него, кулинар хренов. Ладно, Ань, тут все ясно. Пойдем уже, а? Ну, пойдем.
Может, семок на дорожку? Не хочешь, нет? Ладно, мы пойдем. Ну что, полиция у Романа яд не нашла. Мы тоже не обнаружили. Я думаю, нужно брать в разработку Ольгу. Роман, кстати, тоже Ольгу подозревает. Говорит, что она много врет, и это неспроста. Мотив у нее есть. Сбалмошная, деспотичная мать мешает ее личной жизни. Уйти Ольга от нее не может. Не на что ей некуда. И размен невозможен. Да, и остается только мать устранить. Да, полиция тоже Ольгу подозревает. Тоже из-за мотива. Возможность у нее была. Живут они с матерью вдвоем. Ключи от квартиры только у них. И семечки эти Ольга покупает Валентине сама на рынке. Подождите, но яд могли и гости подсыпать. Ну или кто-то, кто хорошо знает Валентину, знает ее привычки. Вот что, я думаю, завтра осмотрите-ка вы внимательно квартиру Ольги и постарайтесь камеру там установить. Она сегодня свободна. На следующее утро Дмитрий и Анна пришли осмотреть квартиру Валентины и Ольги и установить скрытую камеру. Они взяли с собой Романа, чтобы он отвлекал внимание. Здравствуйте. До свидания. Вам что надо? Оля, вы же присутствовали при осмотре моего павильона полиции? Присутствовал. Дальше что? Ну вот пусть теперь вашу квартиру осмотрят в моем присутствии. Частные детективы. Или у вас есть что скрывать? Мне нечего скрывать. Проходите, гости дорогие, осматривайтесь, вам заняться больше нечем. А кто у вас из мужчин проживает? Никто не проживает у нас. Отец ушел, в другом городе живет. Если вы про тапочки, то для гостей стоят. Вообще не понимаю, какое это отношение к делу имеет. Как знать, может, кто-то из ваших гостей эксперименты на людях делает. Травит их гумарином. Вообще того. Да вы того. Нет яда в моем павильоне, а вы все не верите. Слушайте, я меньше всего собираюсь сейчас с вами спорить. Вот посмотрим, чем все закончится. Алло, Леонид Николаевич, это Лукин беспокоит, детектив. По делу Кузнецовой. Помните, я вчера заглядывал? Скажите, по показаниям ее дочери, Ольги, когда она отсутствовала? Угу. А почему вы ее подозреваете? Сговор. А что ж вы сразу не сказали? Угу. Спасибо. Басни у Крылова читали? Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Слушайте, вот по поводу кушать молчали бы, а? От вашего кушать можно на тот свет отправиться. А без мужчины здесь все-таки не обошлось. О, извините, я нечаянно. Не разберетесь? Нет, спасибо. Ну что вы прям как слон? Оль, ну вы не расстраивайтесь. А хотите, я вашу маму переведу в частную клинику. Будет лечиться за мои средства у лучших врачей. Спасибо. Полиция считает, что Ольга может быть с кем-то в сговоре. Ты посмотрела ее близких друзей? Да, посмотрела. Судя по фото, она дружила с неким Анатолием. Это я знаю. А еще? Ну, еще была фотография с каким-то парнем. Но она сделана 4 года назад. Это надо выяснить, кто там на фотографии. А вот это, например, кто? Игорь Петрович, я не знаю. У нее, кроме Анатолия, здесь больше никто не подписан. Да, нужно бы выяснить все про отца Ольги. Где он сейчас живет, с кем. Ну, а пока что в разработку берем Анатолия. Ну да, в принципе, наследство невесты жилплощадь. Тут могло и без сговора с Ольгой обойтись. Мотив налицо. Да. Анна побывала в общежитии, где жил Анатолий, чтобы получить нужную информацию. Чё-то ты быстро. Комендант сказал, что он здесь больше не живет. А нового адреса не дал случайно? Случайно нет. Ну ладно, ничего, перехватим его около магазина. Анатолий работает в магазине бытовой техники менеджером Новоровского. Комендант сказал? Сама узнала. В квартире Ольги лежала его визитка. Вот, сфоткала, на всякий случай. Молодец. А то.
Лукин решил еще раз встретиться с подругой Валентины Павловны Аллой, чтобы расспросить ее про Анатолия. Анатолий. Очень он себе на уме. Валя его за это не взлюбила. Говорит, неизвестно, что от такого ждать. И дрессуре не поддается. Вот как? Ну да. А она пробовала? Ну, конечно. Она же всех. А он, представляете, послал ее. Вот так. Слушайте. Так, может быть, это он, Валюша, да? Как же я сразу-то не догадалась. Надо в полицию сообщить. Постойте, постойте. Давайте не будем делать скоропалительных выводов. Алла Михайловна, вы мне очень помогли. Спасибо вам огромное. Но давайте договоримся. О нашем разговоре никому ни слова. Угу. Как скажете. Еще приходите, я всегда готова помочь. Но это лучше, чем совсем ничего. Перуанский картофель. Я бы лучше картошечки жареные навернул. Вот это дело. Ну а что, Анатолий-то у нас неуловимый Джо. На работе тоже не появлялся. Где его теперь искать? Я знаю, что думаю. Давай опять сходим к нашему клиенту в магазин. Покажем его личико продавцам. Зачем? Ну, полиция же определила, что семечки были куплены у Романа. Значит, продавщица должна запомнить Анатолия. Ну, пойдем. Давай. Держи. Добрый день, Роман. Здрасте. Роман, мы бы хотели показать вот эту фотографию вашей продавщицы. Да, павильон закрыл, ревизию провожу. А вы могли бы дать нам ее адрес? Да, конечно, вот сейчас закончу, поднимусь наверх, посмотрю документы и пришлю вам смс-ку. Угу. А, кстати, а кто у вас здесь? Это любовник Ольги, Анатолий. У Ольги есть любовник? Слушайте, так этот хлыщ ко мне приходил на работу устраиваться. Отработал неделю и взял расчет. А как давно это было? Ну, где-то за неделю до происшествия с Ольгой. Постойте, а вы думаете, эти факты как-то связаны? Ну, вполне возможно. Прокачивал вариант, можно ли подсыпать яд здесь, не получилось. Ну, тогда он открыл квартиру своим ключом и подсыпал в яд в вазочку. А, Роман, извините, нам нужно идти. Простите, пойдем. До свидания. Маме гораздо лучше. Вот, говорят, завтра выпишут. Я решила уборку устроить. Это хорошо, что лучше. Скажите, Анатолий к вам заходит, когда мамы нет дома? С чего это вы решили? Ну, в прихожей. Его тапочки. Заходит, но в последнее время редко. Говорит, много работ. А где он живет, знаете? Знаю, в общежитии комнату снимает. При чем здесь вообще он? Ну, как вы думаете, Анатолий не мог отраву подсыпать в ваши мои семечки? Не мог, конечно! Вы чем вообще думаете? Так, мне кажется, вам пора. Понял. Ухожу. В детективное агентство обратился Роман Бородин. Ольга Кузнецова обвинила его в отравлении ее матери семечками с крысиным ядом. Однако выяснилось, что Ольга собиралась замуж за некоего Анатолия Григорьева, а Валентина Павловна была против. Возможно, это Анатолий решил таким образом устранить препятствие на пути к свадьбе. Посмотрим, что ты будешь делать. Алло, Толик, нам нужно срочно встретиться. Хорошо, перезвони, когда сможешь. Я приду в любое время. Я тоже жду. Пора бы вам уже выяснить отношения.
помощники детектива Лукина решили встретиться с Анатолием и спровоцировать его на признание в отравлении. Анатолий? Ну? Это я вам звонила. А чего? А как вы меня нашли? Что наесть-то у вас на меня там? Запись. Запись? Какая такая запись? Хорошая запись. Значит так, девочка, если вот на этой записи не видно, что это я бабушку шиб, то ничего у вас не выйдет, понятно? Давай запись показывай. Руки убрал! Спокойно, что такое? А. Да. Кто? Частный детектив? А кто такие-то? Разговорчик-то. На диктофон записан. А я это роль в театре репетировал. Спокойно. Что это вы мою роль-то записываете в театре? Всего доброго. Постойте. Трогай меня. Шо отсюда? Да. Давай только оперативно, не могу говорить. Игорь Петрович. Мы проверили сводку происшествий. Есть два случая наезда на пешеходов. Да, и в обоих случаях водители с места ДТП скрылись. Скорее всего, Анатолий сбил женщину на сельской дороге. Ну и уехал. А когда Аня ему позвонила, он решил, что это свидетельница. Которая его шантажирует. Ну, в полицию сообщите, пусть они разбираются. Что по нашему делу? Да пока никак. Он ушел. Ну и как следить за ним, я не понимаю. Он нас уже видел. Я теперь за ним буду следить. Ольга пошла к нему навстречу. Все, давайте. Толь, скажи мне честно, это ты хотел убить мою маму? Чего? Ты хоть понимаешь, что ты городишь, ты своей головой думаешь? Зачем мне это надо было делать? Ну как-то, она ж тебя выгнала, а так мы могли бы жить вместе. А ты не подумала, что проще найти другую бабу? Ну, без этих вот этих, без мамы, без вот этих вот глобальных страстей. Я тебе скажу по секрету, только ты не обижайся. Я именно так и сделал. У тебя есть другая? И уже давно. Помнишь, я устроился грузчиком? Так это специально. Чтобы ходить к ней от тебя, чтобы тебя не видеть. Как ты мог? Ты мне врал. А я не хотел, потому что видеть этих всех разборок вот этих. Не-не-не-не. Все. Кончилась любовь. Быт ее съел. Счастливо. Я желаю тебе найти нового жениха. Желательно с отдельной жилплощадью. О, Игорь Петрович. Узнал я про этого Анатолия. У него, оказывается, жена в деревне живет. К ней-то он и ехал, когда сбил эту старушку. Еще и жена. Да, права была Валентина Павловна, когда за дверь его выставила. Но он ее не травил, эта версия тупиковая. О других мужчинах Ольге докладывать? Давай. Вот фотография с молодым человеком, которая была сделана 4 года назад. Это ее младший брат. Погиб в горячих точках, наследников не оставил. То есть никто с его стороны на жилплощадь Валентины Павловны не претендует? Совершенно верно. А вот мужчина под номером 3. Это ее родной отец. С матерью Валентины Павловны они в разводе. Так, а где он сейчас живет? На даче. Больше 100 километров от города. На даче. Интересно. О, здрасте. Здрасте. Прошу прекратить расследование. Вот гонорар. Надеюсь, не обидел. Подождите, но вы хотели бы нам объяснить, в чем дело? Нашел отличное место на другом рынке. По этой истории с семечком мне уже вот ведь. Да врет он все. Я все равно это дело доведу до конца. Завтра с утра навещу Аллу Михайловну. Игорь Петрович, ну угощайтесь, пожалуйста. Я все это не ем, я берегу фигуру. А вы будете есть, я буду смотреть на вас и радоваться. Ну, если только чаю выпью. Ну, хорошо, давайте. Алла Михайловна, вы лучше расскажите, как погиб сын Валентины Егор. Знаете, в чем-то тут и Валюша была виновата. Не разрешила ему жениться.
Мол, если невеста с ребенком внебрачным, значит, гулящая. И Егор смирился? Ну, конечно. Он бросил ее, а потом опомнился и захотел вернуться. Да поздно было, не приняла она его. Ой. Он помучился, попереживал и подписал контракт. Ушел в армию и погиб в горячей точке. И после этого Константин с Валентиной развелся. А вы откуда знаете? Впрочем, так все и было. Костя сказал, что видеть ее не может. И что это Валя убила их сына. Ну, собственно, это я и ожидал услышать. Да. Ничего себе. Ну, теперь понятно, почему Роман отказался от расследования. Ну-ка, ну-ка. Перемотай, тоже хочу посмотреть. Ром, ну ты с этим своим расследованием всю семью нашу перессоришь. У нас и так не гладко все. Ну, Оль, я всего лишь хочу правду узнать, кто меня так подставил и маму твою чуть. А я этого не хочу, понимаешь? Угу. Я хочу вообще забыть про всю эту историю. Я хочу начать другую, какую-то совершенно новую жизнь. Отлично, я помогу тебе. Тогда тебя очень прошу, иди к детективам и сверни это дурацкое расследование. Ну, никто ведь не умер. Хорошо, я тоже об этом думал. Ну, прямо сейчас сделаю, хорошо? Я скоро. А цветы чудесные. Ну, все ясно. А после этого он пришел к нам. Игорь Петрович, а что нам теперь делать? Я думаю, нужно отрабатывать Константина, отца Ольги. Я почти уверен, что это он подсыпал яд Валентине, пока Ольги не было дома. Ну, чтобы на нее никто не подумал. А Ольга догадалась и решила уговорить Романа прекратить расследование. Да, похоже, так оно и было, только надо это проверить. Ну как? Как? А, нужно постараться с телефона Ольги отправить СМС Константину со словами: маму из больницы не выписали, приходи ко мне, посидим, чайку попьем. Если меня не будет дома, заходи и жди. Ну, допустим, мы придумаем, как ненадолго у Ольги позаимствовать телефон. Ну, Константин-то ей может перезвонить. Не, потом вы придумаете, как ненадолго взять телефон Константина, чтобы он не смог позвонить. Так что работаем. Как обстановка? Константин клюнул, купил торт, идет к Ольге. Алло! Алло! Ой, простите, пожалуйста, на работу опаздываю. Спасибо, что поддержали. Ничего, бывает. Извините. Ничего, ничего. Все в порядке, Ольге не перезвонит. Отлично, неси сюда телефон. Знал, что когда-нибудь я вас здесь застану. Преступник всегда возвращается на место преступления. Вы кто? Какое еще преступление? Я начальник службы безопасности, хозяин вот этой квартиры. Здесь проживает его мама. И на всякий случай он установил скрытую камеру. И что? На записи видно, как вы в отсутствии хозяев заходили в эту квартиру. А после вашего ухода хозяев квартиры увезли в больницу на скорой. Крысиный яд? А я при чем здесь? Не понимаю. На записи видно, как при выходе из квартиры вы упаковку из-под яда клали в правый карман. Выкинуть не забыли? Сколько вы хотите за молчание? Да не хочу я никаких денег. Мне мотив хочется понять. Ну, в преступлении вы уже сознались. Зачем вы травили свою бывшую жену крысиным ядом? Я хотел, чтобы хотя бы один мой ребенок был счастливым. Хотя бы Ольга, раз Егора не сберег. Я знал, что Валентина от семечек никогда не отказывается. Она без них жить не может. А Ольга их на дух не выносит. Пойдемте поговорим. Игорь Петрович.
Заходите. Ты так удивилась, дочка, когда меня увидела. Вроде как и не ждала меня. Тебя, пап, не ждала. А как же твое сообщение? Какое сообщение? Это я специально вас здесь всех собрал, чтобы расставить все точки над «и». Вот ваш телефон. А как? А, ну батюшки, какие у нас гости? Я не к тебе. Константин, я думаю, сейчас самое время вам самому все объяснить. Тебе, Валь, я ничего объяснять не буду. Тебя не переделаешь. А тебе, дочка, скажу, уходи отсюда. Уходи с Романом, уходи одна. Только уходи. Не повторяй судьбу Егора. Ради этого я готов и в тюрьму, и... Пап! Это ты угробила нашего Егора. Нашего сына. Если бы не ты, наш малыш был бы жив и здоров, а мы бы нянчили внуков. Если бы не ты, наша семья бы не распалась. А Ольга, ты посмотри на нее. Ты же ее старой девой сделала. Жаль только, что за ваше счастливое будущее вашему отцу придется заплатить слишком большую цену. Константин находится под следствием. Дочь наняла ему хорошего адвоката в надежде на условный срок. Роман и Ольга поженились. Ольга переехала к мужу.